Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Outback. Ремонт правого бока. Итак, двери на замену. Кусок заднего крыла тоже заменю, но остальное буду равнять. Разбираю. Разобрал, установил машину на стенд и начинаю ремонт. Первым делом сначала измеряю здоровую стойку с левой стороны. И затем измеряю правую стойку поврежденную. Теперь я буду знать, сколько тянуть. Переднюю стойку вытянул, теперь вытягиваю заднее крыло. Теперь с крыла удалю поврежденный металл. Кусок возьму с донора. Целое крыло решили не вваривать. Этот кусок я удалил. Теперь приступлю к ремонту средней стойки внешнего металла. При ремонте буду использовать споттер. Ремонт средней стойки я закончил.
Теперь приступаю к ремонту заднего крыла. Сначала выравниваю внутренний металл. Затем выравниваю стыки, вваливаю вставки и привариваю. Сварочные работы я закончил, зачищаю швы, затем навешиваю двери и проверяю зазоры. Зазоры в порядке. И на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Собираю ее. Итак, машина собрана. На всю работу ушло 8 рабочих дней. 4 дня работа с металлом, 4 дня покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!